Здравствуйте, Мелбет, первая лига, 11-й тур. Встречаются футбольные представители двух замечательных российских областей. Ленинградцы были в прошлом сезоне вне конкуренции в своей зоне во второй лиге и добились выхода в лучшую лигу мира. Форвард сборной России, поигравший в зарубежных клубах в Бундеслиге, был заметной фигурой. Ну и также во время своей игрокской карьеры он еще выступал в китайских клубах. Таких нормальных, недалеких выездов. Вот это опасный момент, может быть сейчас, по-моему, это Панченко врывается в штрафную площадь. И удар по воротам над перекладиной. Да, действительно, это пока самая такая запоминающаяся атака. Это Руденко, как я понимаю, завершал атаку, а не Панченко. Реакция — это Лалаева. Атака схода прошла на высокой скорости. Мяч удалось доставить к штрафной. Да, и ты смотри, обрати еще внимание, почаще выигрывают борьбу в центре поля футболисты ленинградца. Тут рядом со мной Яковлев вроде бы выбрался. Удар по воротам в ближний угол. И это гол? Да, это гол! Этот удар стал очень неожиданным для вратаря гостей. Это, конечно же, вратарский гол. Мяч зашел в ближний угол. Не справляется Никита Карабашев. Но надо отметить, что удар для вратаря был крайне неприятный. Такой с наклевом. Еще, по-моему, Агасон ударился перед руками голкипера. Но все равно, этот мяч, на мой взгляд, был берущийся. Надо было отражать. Этот удар не получилось. И этот гол на свой счет записывает арендованный у ЦСКА Владислав Яковлев. Но справились красно-черные, тормознули. Сейчас вновь надо обороняться в подкате. Необходимо играть четче и лучше. Это ошибка. Что дальше? Волков не доработал. И в результате 1-1. Но я не понимаю, почему Волков так нерешительно пошел в подкат. Словно он думал, надо ему катиться или не надо. Катиться было надо по эпизоду. Это было хорошо видно. Особенно вот сверху из комментаторской кабины. Он чуть-чуть как-то притормозил, задумался не вовремя. И затем недостаточно жестко в этот самый подкат прошел. И фланговая атака. Край был вскрыт. Прострел. Растерянность. Понимаете? 1-1. Ну, еще, наверное, совсем предголевую стадию нужно отметить, как Микушин здесь хорошо на фланге отработал. По сути дела, этот гол химчане привезли себе дважды. Ты знаешь, я не видел ни разу ни одного матча, где бы Андрей Талалаев не сорвал голос и не выходил с таким красным лицом даже после первого тайма. Пошла подача в штрафную площадь, вот там тебе виднее. Дорабатывай эпизод. Очень опасный эпизод, хорошая подача от угла поля, угловой выполнил Магомедов, и здесь завязалась такая нешуточная схватка, и вверху борьба была выиграна химчанами, а потом уже вратарь достаточно решительно сыграл этот мяч, сейчас он обращается к арбитру, видимо, считает, что там ему по руке прилетело, и был фол со стороны атаковавшей команды. Парайков, Скворцов, Касимов, Магомедов у нас вышел сразу после перерыва, Берковский, Аветисян, Садыков и Корян. О, какой гол! Это невероятно, это космос, это фантастика. В самый верхний угол мяч летает, и еще со страшной силой. Это не так Хасонов, вот только я обмолвился о том, что он лучший бомбардир, правда, один с игры забил. Но сейчас он забил с игры свой второй. И какой мяч, это шедевр. Да, ты знаешь, это просто красота была. Я просто стоял, смотрел, и как завороженный в девяточку, в дальнюю девять, с разворота, по сути дела. Тем временем Кимки лезут вперед. Попытка вывести на ударную позицию партнера. И следует удар по воротам не без труда, но все-таки вылавливает этот мяч Никита Карабашев. Принимает простое решение грузить туда в штрафную площадь. Уже в роли чуть ли не центрофором доиграет Костин, капитан центральной защиты. Пошел в атаку, момент, но надо попадать, мяч пошел в дальний угол. И тут спасение, мне кажется, под штангу был удар. Если бы не находившийся там Сергей Терехов, это его уже второе спасение. Смотри, что он сегодня творит. Сейвов уже набрал чуть ли не больше, чем голкипер Игорь Обухов. Скворцов набирает ход, пробрасывает мяч мимо Беляева. Вот что значит на опыте. Просто аккуратно поставил спину. Последние секунды, последние мгновения, они истекли. Звучит финальный свисток Егора Егорова. В упорнейшей борьбе команда Андрея Талалаева побеждает команду Сергея Кирякова со счетом 2-1. Ну а мне пора с вами прощаться. Всего вам самого доброго, до новых встреч и удачи!